Сегодня в Государственном совете Чувашии обсуждали послание главы республики. К разговору пригласили и глав муниципалитетов. Добрый день, уважаемый. Михаил Игнатьев в своем послании обозначил основные направления развития республики. Решение экологических задач и в первую очередь рекультивация Пихтулинской свалки. Создание IT-кластера, модернизацию здравоохранения, строительство и ремонт сельских домов культуры и многое другое. Депутаты, по словам спикера Госсовета Валерия Филимонова, должны более тесно общаться со своими избирателями, чтобы совместными усилиями находить новые возможности и создавать условия для реализации гражданских инициатив, выявлять слабые места, а затем работать над их устранением. Спикер Госсовета напомнил, о эффективности органов местного самоуправления и депутатского корпуса будут судить не по количеству проведенных совещаний, а по реальным делам, которые принесут позитивные изменения для жителей Чувашии.